ma arvan, et esialgses etapis kindlasti see ühiskondlik pahameel. Я думаю, что на начальном этапе общественное возмущение, тем более, что повышение налога не обещалось до выборов и предвыборные дебаты на эту тему не велись, оно будет заметно. Так что не исключено, что поддержка правительственных политических партий несколько снизится. Какими на самом деле будут политические меры, мы еще увидим. Я не думаю, что это трансформируется в какие-то существенные повышения налогов или какие-то очень радикальные реформы. Но в определенных сферах люди обязательно должны быть готовы к важным изменениям.